Ну, когда-то этот, видимо, момент должен был настать. Привет, нормально, хорошо все. Доброе утро. Знаешь, это день такой у меня был в ожидании того, что... И хочется, потому что я хочу увидеть всех, попрощаться, и в тот же момент тяжелый, эмоционально тяжелый день. Антоша, рад тебя видеть. Здесь очень много друзей появилось. Стал тем, кем стал. Благодаря и критике, и большому трудолюбию. Всегда очень много тренировался и всегда работал на максимум. Дядя Антон, помнишь? Поцелуй отправь, дядя Антон. Здорово. Леш в конце сезона мне сказал, когда ты уйдешь, я проставлюсь. Что мы делали обычно на сборах? Сергеич просто вот, знаешь, закрыл книжку, убрал. Сейчас с ним. Сейчас на интересные пошли упражнения, я тебе неинтересные давал. Пойдем, начнем. Потом команда будет, подключимся. Живой остался. Давай, удачи тебе. Ты не пойдешь разминаться? Да нет, не в той форме сейчас. Непривычно тебя не в экипировке видеть, да, на поле. Ну, где перчаточки твои? Перчаточки, все, в раздевалке. Старый даже предпочти. А расписаться есть у кого сломать? Отдавал все 120% своих сил, оставлял на футбольном поле. Я горд, счастлив и будем двигаться дальше. Я буду болеть за наш клуб. По «Динамо ТВ» будешь скучать? Конечно, я буду сказать по всем вам. Но я же никуда не исчезну. Я долго думал, что говорить, и прям в голове много мыслей было, а в итоге все уходит. Время так быстро летит, и сейчас я на себе это почувствовал, что еще недавно я был совсем молодым футболистом, который только пришел на состав, и сейчас я уже закончился контракт, и я ухожу. Поэтому спасибо вам огромное, я всегда на связи, всегда буду следить за вами, удачи. И мы настолько, мне кажется, в прошлом сезоне были близки к чемпионству, что ну, вот этот момент должен наступить. Все ждут, болельщики. Я буду за вас переживать. Спасибо, ребята. Коридор, она хорошая. Дальше не мешает тренироваться.